Тора нам дает практический совет, Шмая. Он дает совет, как выключить у себя вот это стремление естественное к рабануту. То есть внутри есть стремление, что я, когда буду властвовать над людьми, я буду более счастливый. И даже если логика, я понимаю, что это не надо, это неправильно, а стремление-то есть, а он говорит ненавидь, он не говорит там просто не стремись к рабануту или там не хоти рабанут, потому что это невозможно. Он говорит, включи у себя противоположную силу, как лист бумаги, когда его надо исправить, он был в этом положении, а ты его берешь, перегибаешь в другое положение, и тогда он сможет выпрямиться. Он говорит прям такое сильное слово, ненавидь сне это рабанут. Почему? Потому что если я начинаю не просто понимать, что мне это не надо, если я понимаю, что мне это не надо, а у меня есть стремление, что я это хочу, то я все равно буду делать. Или буду страдать от того, что я не делаю.